Шалом, шалом! И это я, Леви Харпатин. Рад приветствовать всех зрителей. Рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Вернуть ушедшего. Рахель посылает к своему мужу рабыню Бильгу, потому что у Рахель, увы, не получается забеременеть и родить Якову долгожданного ребенка. Поэтому с надеждой на то, что это получится у Бильги, она отправляет ее. Также Бильга являлась двоюродной сестрой Рахель. После того, как эта информация донеслась до Леи, она мгновенно отправляет к Якову свою рабыню Зильпу с той же самой задачей. Спустя определенное время, наконец-то, у Рахель получается забеременеть и родить первого ребенка, сына Йосефа. Йосеф переводится как «добавляющий» и попросила Рахель: «Да добавит мне славный и великий Всевышний наш Отец и еще одного ребенка». Смотрите, ни в коем случае мы не должны говорить себе, что мы ни на что не способны, что это не выйдет, не получится, не выиграет, не сыграет. Нет, потому что с Божьей помощью это абсолютно не зависит от нас. Мы дети Всевышнего, мы полностью от Него зависимы. Если мы соблюдаем заповеди Всевышнего и отдаем Ему что-то, Он будет отдавать нам гораздо больше. Он будет разделять с нами радость, также разделять горе и вести нас славным своим путем. Благодарю за прослушивание, всем хорошей и удачной недели. Браха вецлаха.